Таван-радио к своему 5-летию объявило о проведении первой музыкальной премии «Таван-Юра». Имена победителей станут известны в предстоящее воскресенье 16 декабря на грандиозном концерте. Лучшим певцам, авторам слов, музыкантам, группам, дуэтам вручат дипломы и эксклюзивные статуэтки. Победители определят в 10 номинациях. Одна из них для начинающих и пока малоизвестных исполнителей. Она так и называется – «Щений яд». В переводе – новое имя. Профессиональная комиссия отобрала среди участников этой номинации тех, кто вместе со звездами выступит на большой сцене. Воскресенье, замечательный день, в 17 часов. Мы ждем всех на первую музыкальную премию «Таван-Юра». Это будет очень большой, красивый, мощный концерт, потому что там будут лучшие исполнители, лучшие коллективы. В общем, все сливки собираются 16 декабря в ДК «Тракторостроителей». Билет еще можно успеть приобрести в кассе ДК «Тракторостроителей».